Сегодня у нас 13 мая, и мы приехали в Ашан купить необходимые продукты. И также поснимаю для вас в конце видео цены и наши покупочки. Итак, идем в Ашан. Итак, всем привет! Еще раз мы приехали с гипермаркета Ашан, купили необходимые продукты и товары. Поэтому, кому интересно это видео, оставайтесь со мной, и я вам сейчас покажу обзор моих покупок. Обзор начинаю показывать вот с таких детских машин. Купили мы их две, потому что у нас два мальчика. Одна красно-белый цвет, вторая бело-голубой. Значит, вот так она выглядит. Здесь есть пульт управления, и в набор также входят батарейки. Написано, что здесь 3+, для детей возраста 3+. Купили по акции, посмотрим, как они будут работать, так как такие машины мы покупаем впервые. Так что, девочки, если у вас есть малыш или кому-то хотите сделать подарок, можете приобрести. Итак, взяли вот такую заморозку, это ягоды на компот. Клубника стоит 64 рубля, один пакет. Черная смородина 400 грамм стоит 48,40. Вишня без косточки 400 грамм стоит 59,80. Взяли вот такое тесто дрожжевое в шариках, покупала его. Очень удобно для пирожков, очень вкусное. Значит, оно стоит у нас по цене 48 рублей. Здесь полкилограмма. Вот такие вареники Ложкарев фирма. Постный продукт. Они с картофелем и капустой квашеной. Стоят по цене 75,70. Взяла первый раз попробовать вот такие вот фирма «Наша семья». Это круассаны. Здесь их 6 штук. 500 грамм. Круассаны стоят у нас ровно 50 рублей. Значит, их необходимо будет выпекать в духовке. Вот такое сливочное масло «Богдаша». Мы его покупаем для каши, добавляем в кашу детям. «Богдаша» у нас стоит 174,50. Вот такое масло «Брест-Литовское». Очень вкусное масло, значит, рекомендую. Стоит оно 117,80. И вот такое сливочное крестьянское масло я покупаю для выпечки. Полкилограмма стоит 193,50. Взяли вот такой чапи. Это большая упаковка. 2,5 килограмма. Она стоит в Ашане 216 рублей. В Ленте у нас стоит дороже, 256 рублей, то есть здесь экономия. А вот такое чапи в пакетиках стоит в Ленте, наоборот, 10 рублей, а в Ашане он дороже. В Ашане стоит 11,36 за пачку. Еще купили вот такие свежие, на вид очень хорошие огурчики. Килограмм огурцов у нас стоит 99,62. Помидоры за 600 грамм я отдала, это Выборжец, наш местный производитель, 150 рублей. Вот такие яблоки Golden, значит, яблоки у нас идут по цене 76-71. Значит, яблоки покупаю только исключительно российского производителя, иностранные я детям не покупаю яблоки. Бананчики. Бананчики очень симпатичные, крупные. Они у нас идут по цене 49,80 за килограмм. Вот такой лук. Лук – это у нас уже новый урожай. Значит, здесь лук подешевле в Ашане. Он у нас стоит 42-44. Я знаю, что в Ленте я видела лук, если не ошибаюсь, по 52 рубля. Вот такой купили мы салат, кантри называется, красный салат. Вот, салатик на внешний вид очень свежий. Значит, цена этого салата 85,50. Вот такой зеленый лучок. Здесь 250 грамм. Кстати, очень-очень свежий.
За лучок мы отдали 92 рубля. Вот за 250 грамм. Укроп. Укроп тоже очень свежий. За 100 грамм укропа мы заплатили 42 рубля. Петрушка. Петрушка тоже свежая. Здесь 100 грамм. За петрушку мы отдали 38,60. Вот такое творожное печенье с кремовой начинкой. Значит, с творожным вкусом. Печенье мягкое, сразу скажу, нежное. Вот, стоит оно 49,80. Дети уже открыли, сразу же решили попробовать. Значит, вот такая сушка ароматная, ванильная. Здесь 400 грамм. Сушка стоит 79 рублей 10 копеек. Горох шлифованный. Фирма «Каждый день». За пачку гороха мы отдали 35 рублей. Вот такое вот, вот такая вермишель фирма «Дон Густо». Здесь полкилограмма. За пачку вермишели мы отдали 27,56. Сахар, килограмм сахара мы взяли, значит, 38,67 за пачку сахара. Хлеб ржаной, значит, здесь половинка, стоит 18 рублей 15 копеек. Скажу, что хлеб в ленте дешевле. Мы брали также половину за 15 рублей. Вот такое, Любятово, печенье овсяное. Вот такое симпатичное печенье. Мы ни разу его не пробовали. Значит, печенье овсяное у нас стоит 64,90. Юбилейное печенье молочное. Покупаем всегда для детей. Печенье юбилейное у нас стоит 21,20 за пачку. Чай Гринфилд черный в пакетиках. Чай Гринфилд стоит 67 рублей. Какао. Вот такой какао-порошок натуральный. Я его купила для выпечки. Значит, обязательно смотрю всегда состав, потому что море всяких там ингредиентов добавляется. Здесь обычный состав. Здесь ничего лишнего. И стоит оно 43 рубля. Вот такая сдоба. Это у меня муж любит такое. Вот такой штрудель. Здесь ваниль и вишня. Стоит он 127 рублей. Вот такие салфеточки фирмы «Каждый день». На все случаи жизни я купила 3 пачки. Каждая пачка стоит 37,20. Вот такая рамка для фотографии. Я взяла под детскую фотографию. 10 на 15 размер. Стоит 40 рублей. Молоко сгущенное стоит 61,90 вологодское. Яйцо куриное фирмы «Каждый день» стоит 50,90. Значит, фирма «Петелинка». Покупаю постоянно только эту фирму. Действительно, продукт качественный. Килограмм стоит филе бедра 274,50. Далее купила вот такой сыр «Чечил» по цене 136,20. Вот такой сметанковый сыр 45%, значит, стоит 154 рубля. Сметана «Простоквашино» 20% стоит 68,70. Сыр «Альметте» я покупаю только такой, я обожаю с огурчиками и зеленью. Он здесь стоит 91,20. Могу сказать, что в ленте стоит 86 рублей, то есть лента дешевле. Значит, фирма «Валио» йогурт, значит, персик и банан, ой, то есть манго. Вот, взяли мы 4 штучки, значит, стоит... Йогурт 57,50 за одну штучку.
Так что вот такие покупочки мы сегодня сделали. Если кому-то понравился мой обзор покупок, ставьте пальчики кверху, а также подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Пока-пока. До новых встреч.